Мое вам почтение, дамы и господа. Меня зовут Николай, и сегодня я рад представить вашему вниманию восьмой этап Вуэльты Испании, который мы с вами проходим в игре Pro Cycling Manager за команду Astana Pro Team. Итак, сегодня нам предстоит достаточно легкий этап с финишем в небольшой такой холмик и с горой второй категории, которая может немножечко пошатнуть общее состояние пелотона. Но, в принципе, я думаю, здесь нам сегодня переживать не за что, и мы будем способны удержать как красную майку, так и третье место Якоба Фульсенга в общем зачете. А возможно, еще и побороться за что-нибудь на финише. Но, да что мы будем с вами гадать? Давайте сразу возьмем и посмотрим. Ну что же, мы постепенно начинаем, и вот таким вот примерно образом выглядит сегодняшняя расстановка сил в моей команде. Якоб Фульсенг и Мигель Анхель Лопес себя сегодня очень хорошо чувствуют. Также можно описать и Луиса Леона Санчеса с горкой из Агиры. Остальные ребятки пока что стабильно на своем мощном уровне. Так, атакует Демарки, мы поддерживаем его за Луиса Леона Санчеса. Меня попросили тут недавно сделать камеру поближе к гонщикам. Выполняю, хотя мне так, конечно, немножечко все-таки некомфортно. Однако, желание зрителя закон. Итак, оторвались мы нашей группой из трех человек, в которой Алессандро Демарки, Луис Леон Санчес и... кто ты? Некто Янсенс из Корендон Циркус. Ну и что же, есть у нас чуть меньше, хотел сказать 20 секунд, а уже чуть меньше 10. Догоняет нас Афини и продолжает атаковать. Чё такое? Почему нас догнали? Атакует снова Луис Леон Санчес. И дает просвет. Хороший такой просветик. Больше 20 секунд. Все, спасибо, Лулу. Ну и теперь начинаем стабильно работать, имея достаточный задел от пелотона, потому что что-то как-то мне не нравится то, что нас не хотят спокойно отпустить. Атакуют Джулио Чикона, Энрико Батальин, Ника Дэнс и Алессандро Демарки снова отбираются в отрыв дня. Берхана здесь. Здесь же этот самый Янсенс. Ставим Луису Леону Санчесу просто на автомате держаться в этой группке, ибо дальше нас доберут и будет уже, я думаю, кому работать в нашем отрыве дня. Больше минуты есть у нас относительно пелотона, но, однако, ребятки там по-прежнему атакуют, и как-то мне это становится уже не по себе. Я вот так вот сказал, но что уж поделать, что уж поделать. Итак, сейчас мы посмотрим, какие у нас есть образования. Итак, наша первая группа, дальше группа Чикон и Батальина. И дальше уже идет пелотон, из которого по-прежнему идут атаки. Пробует оторваться Томас Де Гент и Жюльен Симон, однако у них пока что ничего не получается, ну и слава богу. Работают пока что Берхан и Янсенс так, что нас не могут догнать два итальянца. Достаточно, кстати, опасных. Но я думаю, вскоре они нас все равно доберут, и там уже мы с вами увидимся. Я думаю, что встретимся мы с вами вот на этой вот вершине Пуэрто де Монсеррат. Монсеррат Кабалье. Ха! Шутка. Итак, ладно. Мы сейчас с вами возьмем небольшую паузу, и когда уже начнутся активные боевые действия, тогда уж что-нибудь посмотрим, а то, наверное, скучно смотреть вот так вот, как едет Луис Леон Санчес в отрыве со своими... Не самыми лучшими, конечно, но все-таки почти что постоянными попутчиками. Ой-ой-ой-ой, не те клавиши я начал нажимать, извините. Все, вот теперь точно. Увидимся на активных действиях. Ну что же, начинаем мы, как вы видите, штурмовать этот подъем. И сразу пошли на нас атаки. Ой, ребятки, вы еще не представляете, что вас ждет, а? А вы уже атакуете. Ну вот куда? В самом начале... За 6 километров до вершины. Ну, зачем вам это? Вы пойдите ровно. Просто, размеренно. Вот как умные люди. Брамбила, Санчес, Скёвинш. Конечно, возможно, нас сейчас доберет пелотон. Ну так и чё? Мы там посидим. Вот нас и добрал пелотон, собственно. Пелотон как-то очень сильно идет. Вот вы просто, ну, не знаю, возможно, даже не представляете, насколько сильно. Поэтому сейчас мы садим Лулу Санчеса на колесо к Кумару Фрайле, который его и повезет к этой вершине, потому что, ну, очки нам все-таки нужны. Зачет горной классификации.
Однако, что-то как-то пока что пилотон идет настолько мощно, что Амар вообще не может выйти в голову группы вместе со своим испанским поездом. Итак, пробуем, пробуем. Пока что ничего не получается, да и впереди все еще достаточно большое количество ребят из отрыва. Катальдо Фрайли, оба из Агира и Луис Леон Санчес здесь, однако Лулу уже что-то как-то совсем плох. Да ну его нафиг, а лучше довести Санчеса в общей группе, нежели забрать какие-то очки, которые, в принципе, я думаю, для нас здесь ничего значить и не будут. Один человек всего остается впереди. Кто это, интересно? Берхана, кстати. Ну и, блин, к сожалению, Санчес, видимо, отвалится из этой группы. Равно как и Буару, который все-таки сдает свою смену, но наконец-то пришло время для моих ребят. Ой, что я сделал? Итак, Горка пошел к Якобу. Йон все еще на колесо. Пока что все спокойно. Один из Агиры сидит на колесе у Фрайли, который его должен довести до финиша, так как он является грозным оружием. А другой сейчас пойдет одну из наших самых главных звезд команды защищать. Ага, защищать. Мы выпали. Вообще круто. Мы с вами, ребятки, находимся, не скажу, что в группе-то, однако в достаточно неприятном положении, из которого нужно выбираться. Фрайли начинает развоз. Так, Луис Леон Санчес, ты идешь вот так вот, самостоятельно. Горка, ты сядь-ка на колесо вот к этим ребятам, пожалуйста. Ну или хотя бы ускорься. Так, тем временем Фрайли вроде как своими ребятами добрал основную группу. Горка из Агиры, я думаю, сейчас тоже вольется. На самом деле, очень и очень нервная гонка. Так, и сразу делаем указание садиться на колесо для Амара Фрайли, чтобы он выбрался. Горка из Агиры делает то же самое. Буаро и Катальдо, спасибо вам, ребят, за работу. Ну а мы ждем, скажем так, наших развозящих на колесе у Якоба Фульсинга. Потому что сегодня он у нас главное действующее лицо. Он наша единственная надежда на этом этапе. Ждем, еще раз ждем. Очень сильно развозили основную группу представителей других команд, такие как Поланс, так как Волс, так как Гужар. Что же, догоняет Фрайли, слава богу. Горка, сразу выходи на защиту. Я надеюсь, в этот раз ты не отвалишься. Итак, Якоб пока что идет уверенно в голове группы. 90 человек в основной, опять же, я повторюсь, группе в нашем пилотоне. Итак, строимся мы в очередной раз в наш поезд. 12 километров остается до финиша, и тут уже давайте постепенно будем разбираться. Первым у нас пойдет Горка из Агиры, так как он больше всех устал. За ним пойдет Амар Фрайли. Дальше Йон из Агиры. Все правильно. И дальше уже Якоб Фульсинг и Мигель Анхель Лопес. Лопес идет на колесе просто для того, чтобы... Просто для того, чтобы идти на колесе. Его задача удержать у себя красную майку, якобы же задача другая. Я ему разрешаю, официально разрешаю бороться с Мигелем Анхелем Лопесом за красную майку. Так, погодите, пока что не ускоряйся, Горка, потому что нам надо построиться. Где там все мои ребята? Вот неудобно мне вот так вот играть, потому что приходится вот так вот разворачиваться. Что же, Изагира начинает вывозить наших ребят на оперативный простор, где мы с вами будем бороться за победу. Ну и поехали. Раздавай, Горка, поехали. Дальше Фрайли и Йон сразу же получают свою порцию энергетического геля, который у них должен быть. Буаро, кстати, ожил. 5,5 километров до финиша. Фульсинг и все остальные также его получают. Изагира начинает мощно раздавать. Давай, давай, Горка, я верю, что у тебя много сил. Итак, 3 километра до финиша. Ой, ко мне стучаться. Ладно. Итак, сдает свою смену Горка из Агира. Пошел Ормар Фрайли. На максимуме вывозит он своих капитанов. Итак, километр остается до финиша. Йон из Агира
Соответственно, Якоб Фульсинг и Мигель Анхель Лопес начинают спринтовать. Соответственно, Умар то же самое начинает делать. Здесь же Фабиаро и Дан Мартин выходят по левой бровке. Что же, поехали. Смотрим, что у нас с вами сегодня получится. Фрайли первым колесом, дальше из-за Гиры. А ну-ка, Умар, перекрой-ка ему дорогу, а. И забери этап, красавец. Фух. Еще одна победа Астаны на Вуэльте. Я что-то прям даже не могу нормально реагировать, но в принципе все в порядке. Победа сегодня у нас есть. Третье место сегодня мы завоевали. Шестой Мигель Анхель Лопес. Не вижу я якобы. А, якобы 11-й всего-навсего, к сожалению. Не получилось у него проспринтовать хорошо. Ну, что уж поделать. Что уж поделать. С победой сегодня можно поздравить нашего испанского недоспринтера. Ну, а мы переходим к экрану результатов. Итак, на этапе победу одержал, еще раз повторюсь, Умар Фрейли. Дальше Дан Мартин, Йоне Загира и Жульен Алафилипп. Ха, мы тебя обставили. Понял, да? Пускай не за того, за кого хотели. В генеральной классификации изменений не произошло. Ну и слава богу. В зачете спринтерском Умар Фрейли выходит уже на шестую позицию. Вот это новости называется. Якоб Фульсинг здесь второй. Уверенно. Обогнали мы здесь Винченцо Нибали. В зачете горной майки ничего не меняется, ибо пилот он, по-моему, забирал эту вершину. И в зачете белой майки Мигель Анхель Лопес по-прежнему единоличный лидер. Командный зачет возглавляет Астана. Итак, девятый этап. Интересный нам предстоит. Самый короткий на этой Вуэльте, меньше 100 километров, однако... Однако сколько ж тут подъемов, ёкаламене. Луис Леон Санчес, наверное... замучается тут в отрыве. Ну что уж поделать, такова его доля. И на этом, пожалуй, все. Меня звали Николай. Если вам понравилось это видео, то оцените его. А пока... Пока, что ли?